В 5 часу утра в поселке Красная Речка в результате пожара местный житель лишился родового гнезда. Пламя появилось, когда в доме никого не было. Хозяин живет в нескольких остановках от старой избы в многоквартирном доме. Доставшуюся в наследство от бабушки ветхую усадьбу хабаровчанин использовал в качестве дачного участка. ЧП заметили жители коттеджей, в окружении которых стоит деревянный дом. После звонка в пожарную охрану они нашли возможность связаться с погорельцем. На своем подворье мужчина бывает регулярно. Протапливает дом, кормит птицу. Именно неисправность старого дома хода и рассматривается как основная причина пожара. На печку топили, может. Черт. А кто мог топить? Ну, хозяин приходит каждый день, топит, он здесь не живет. Да, тут он. Курочки. В пользу версии о неисправности печи выступает локализация огня. Прогар располагался именно вокруг трубы дымохода. Пламя быстро расползлось по всей кровле, добралось и до стен. Чтобы не усугубить течение пожара, спасатели вынесли из дома 2 газовых баллона, пока жар не привел к их разгерметизации. Из вещей, находившихся в доме, хозяин больше всего жалел хороший холодильник, который был поврежден не столько огнем, сколько водой, льющейся с крыши. Надворные постройки и живность уцелели. Пожарные оценили площадь возгорания в 60 квадратных метров. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Ольга Соколова и Павел Рогатин.